я звал. Это я вам. Сейчас расскажу. Я только в зал приехал. Сейчас, блядь, я вам все расскажу. Знаете, зачем я зашел к вам сюда, короче? Я зашел вам сказать, что в раздевалках полно пидорасов. Это правда. Это правда. А знаете, блядь, как я пришел к такому выводу? Богом, своим священным долгом встать рядом со мной, короче, блядь, загородить мне своей жирной жопой зеркало, вот, и попозировать в нем, блядь, сука, своей целлюлитной жирной сракой, мразь. Когда я, блядь, на диете, когда я хочу, сука, есть, блядь, зачем мне смотреть на его жопу? Блядь, идешь в туалет, сука, они не закрываются в туалетах, понимаете? Ты идешь писать, блядь, а они не закрывают двери за собой. Что происходит, блядь, это... Я главное действующее лицо этой культурной столицы. То есть вокруг меня, в принципе, оперы поют. Просто потому что, глядя на меня, сразу видно, где культура. Вот. А они этого не чувствуют, ребят. Не чувствуют, понимаете? Я расстроен, блядь. Я подавлен. Я очень хочу, сука, сладкого. Я так хочу сладкого, блядь, что... Сейчас я вам скажу. Я так хочу сладкого, что, короче, когда я вчера ел персик, мне показалось, блядь, что это сахар. Ну, а это был всего лишь персик. В итоге я съел 5. Ну, я не собирался их все 5 съесть, но я их съел. Ну, потом меня долго... Илья, пошел нахуй. Потом меня долго мучила совесть. Где-то часов до 3 или 4 утра. В 4 утра я съел 4 печеньки со вкусом шоколада. Понимаете, да? Ну вот. Короче, ребята, я не знаю, что делать. Я становлюсь какой-то, блядь, агрессивный, невменяемый. Наверное, это от недостатка сахара. Камера запотела. Почему запотела камера? Да хуя знает, что я запотела. Мороженого пока не хочу, но печеньки со вкусом шоколада были заебись. Еще меня выбесил чувак, который жопой встал передо мной в зеркало. Вообще гандон. А знаете, почему я с вами разговариваю? Сказать-то, блядь. Интернет говно. Страна такая. Дмитрий Анатольевич, проведите интернет в Алексеево, блядь. Вы обещали. Вы обещали, что у нас повсеместно, по всей стране будет это. Как там вы слово это говорили? Сука, забыл. Ну, в общем, всего хорошего. Как там это? Вы держитесь здесь. Хорошего настроения, да? Да, да, да. Чувствую прям, поднимается. Вместе с сигналом Wi-Fi. Да не, сюда в Алексеево невозможно провести интернет. Когда заходишь в Алексеево, это, блядь, примерно как в параллельную вселенную, блядь, попадаешь. Ты пропадаешь здесь просто. Заходишь в толчок, а там пол обоссанный. Прикольно. Эконом, ёб твою мать. Чего вы хотите? Знаете, чем эконом от премиума отличается? В премиуме полы не обоссаны, а тут обоссаны. А разница в 4 раза стоимости абонемента. Какая разница, я в премиум приду и там обоссу. Поэтому я хожу сюда. Да, и мужики, когда срут, не закрываются в этом, в туалете. Это я тоже заметил, кстати. Это ужасно, блядь. Мне до сих пор, как вспоминаю, блядь, передергивает. А в арену, кстати, ребят, скоро уже будет не прийти. В арене осталось 60 человек. 60! Вы можете себе представить? В клубе, блядь, 7 тысяч квадратных метров 60 абонементов продано. А? А?
Чувствуете интригу, блядь? Ха-ха! Сука, ну что? Еще есть вопросы про новую арену, блядь? Где нет Живухина, там нет движения, понимаете? Там все встает. Зато полы не обоссаны. Тут, Борь, ты прав. Я бы вам много чего мог рассказать про то, что сейчас в арене происходит, ребят. И у меня даже есть, блядь, куча людей, которые это подтвердят. Но зачем? Зачем? Да, но арена кончилась ровно тогда, когда Живухин написал заявление на увольнение. Диего, поверь мне, бля, я ж такой человек, я пиздеть не буду. Не, ребят, не могу. Не надо такое рассказывать. Даешь слухи. Да, ну вам-то надо, бля, эти слухи. Я не могу, говорю, качаться, у меня грудка куриная, блядь, в животе. Я это, как это, насыщаюсь атмосферой. Блядь, сегодня в плечи ставил, короче, 1.5 куба. Смешал болденон, пропионат и сустанон. Сука, иголка в плечо не воткнулась, ребят, с первого раза. Больно было? Очень было больно. Ну ничего, я все равно воткнул. Эмоционально переваривают. О-хо! Чем эмоционально переваривают, тем эффективнее, блядь. На аминокислоты расщепляю сейчас просто. Там у ребят такой присед не... Блядь. Не успел. Да, просто прихожу в зал, сажусь на скамеечку, сижу, блядь. 2 часа высиживаю, мышцы растут сами. Признайте мне в любви, а? Не хватает что-то. О, Коробков. Коробков, ты 3-й день идешь вечером в зал, блядь. Что за хуйня? Ты, кажется, обещал мне что-то принести. Нет? Блядь, он обещал принести мне каких-то препаратов волшебных. Сказал, что на них у меня мышцы вырастут, блядь. Нет ни Коробкова, ни препаратов. Спасибо, спасибо. Мне очень приятно. В раздевалке признаются в любви? Нет, там педики не хочу. Валерон Ван Лав. К ФСКН, блядь, мои главные поклонники. Какой жим я использую для щек? Ты настолько оригинален, что, блядь, я даже не могу тебе ничего ответить. Сань, не надо ебаться на работе, принеси мне пропик и винстрол, блядь. Хорошо, что в перископе слова пропик и винстрол еще не являются банищими словами. Васип меня любит, я знаю. Я милый, да, это точно. У меня на вас осталось 10%, и я пошел качаться. Где дрищи? Тут полный зал. Алексеева круглосуточно? Нет, до часа ночи. Ой, умный, красивый, это про меня, да, спасибо. А? Пол, да, кстати, здесь полы не моют. Полы реально не моют, ребят. Я за, блядь, за сколько лет я здесь, я ни разу уборщика не видел. То есть тут просто не существует такой должности, вакансии. Потом, когда... Кризис. Денег нет, но вы держитесь. Я понимаю, понимаю. Алекс Мэн, ты долбоеб? Полный зал, блядь, питаняшек.
Сейчас буду дельты качать. Дельты, блядь, прикиньте. Ты дурак, блядь. Вот ты мне скажи, блядь. Время 11:30 ночи, ты спрашиваешь меня, где Васип, блядь. Я ебу, где он. По приходу домой, конечно, выйду в перископ еще. Вы ж без меня спать все равно не ляжете, слабаки. Ебади, лайтвейт. Ладно, короче, все, мне кажется, кур провалилась. Главное, чтоб не слишком низко. Все. До встречи с запоеданием трески сегодня ночью, блядь. Целую вас все в десна.